Жилой комплекс «Графит» ввели в эксплуатацию в Хабаровске. Стройка должна была завершиться еще в 2015 году, но у компании, которая возводила этот комплекс, возникли проблемы. Семья Федорцовых ждала окончания строительства жилого комплекса «Графит» не так долго. Супруги купили квартиру в июле прошлого года за счет дальневосточной ипотеки. Сейчас семья занимается планированием будущего жилья. На площади в 100 квадратных метров разместятся две комнаты, кухня и просторная гостиная. Квартира большая, три окна, то есть позволяет сделать детям, практически каждому ребенку по комнате, дочка, два сына. Семья Ткачевых купила здесь квартиру полтора года назад. Супругов подкупил вид из окна. С 16 этажа можно увидеть Амур и даже городское колесо обозрения. Будет детская, будет наша спальня и будет как раз именно непосредственно возле этого панорамного окна будет гостиная с кухней. То есть мы не дробим это окно, это будет большая гостиная, где мы будем принимать гостей. Жилой комплекс «Графит» начали возводить в 2013 году. Через два года у застройщиков возникли проблемы, и работы на объекте заморозили. Возобновить строительство удалось только в 2017 году. За время простоя изменились требования к жилым домам, из-за чего стройка еще затянулась. Законодательство постоянно меняется, совершенствуется, да, и новые нормы по пожарной безопасности, да, предъявляются. Естественно, при переработки документации необходимо все это дело учесть. И какие-то конструктивные вещи, да, связанные с пожарной безопасностью, тоже необходимо учитывать. В здании 80 квартир, расположенных на 22 этажах. Сейчас объект полностью введен в эксплуатацию, а квартиры переданы дольщикам.